Вселенная бесконечна, действительно. Значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня пишет копию песни этой. Если вселенная бесконечна и вправду, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Где-то там, в глуби далеких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия. И не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия. И вселенная действительно бесконечна. Бесконечно, 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 бесконечно. Если обдумать подробнее эту гипотезу, посерьезнее впариться в ситуацию, то помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, что где-то на затворках созвездий есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо, и мы там, может быть, даже счастливы. То есть, опять же, не мы, а они, к счастью. Эти варианты могут быть самыми разными, но о них не хочу даже думать, счастье. А есть, наверное, и поудачнее расклады, без лишней жести, которая нам досталась. Там все случилось не вопреки всему, а как надо, так как тут никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими. Если играть в то, что нами с тобой прожито, не наскучит малышу в магазине брошенному. Но я надеюсь, это позже случится гораздо, я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно, еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь.